Спасибо, Лаги, за то, что вы палите волкаутов. Всем привет, это третий пак опенинг, и сегодня мы будем ловить нападающих команды года, а точнее Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Луиса Суареса с офигительным просто рейтингом. Вот здесь вот видно 98, 99 и Суарес также 98. Набрал я 13 пакетиков. Давайте сразу же переходить к пакам. 13 штук набрал за сегодняшний день, играл драфты, также покупал. И собирал немножко билдинг челленджев, самых дешевых, с пакетиками Ла Лиги 3 штука. Давайте начнем с паков по 5000. Тут у меня 4 пакетика по 5000. Просто их надо открыть. По-любому ничего интересного не будет. Хотя вот смотрите, первый игрок с рейтингом 82 с пакетика за 5000 не всегда такое далеко бывает, что выпадает более-менее нормальный игрок. Тем более сейчас цены даже на простых бичей здорово выросли, вот вы можете видеть. Сейчас все игроки от 400 монет продаются. Продолжаем пока по 5000, осталось 3 пачки. Нерарный игрок Зенит Ломбердс. Ну, уже интересные паки будут далее, пока просто по-быстренькому откроем. Решил оставить на видео, один еще пакетик серебряный был, его я сам уже открыл. Не стал для видоса оставлять. Менес. Рейтинг 79, тоже ни о чем. И Рохо. На всякий случай проверю. Цены на игроков очень сильно сейчас завышены из-за этих билдинг-челленджей. Скоро уже перейдем к более интересным. Остался последний за 5000. Опять нерарный игрок. И наконец-то сейчас начнутся паки по 7500. Обычных набора премиумных 2 штука. Дальше уже идет большой золотой премиум набор. И все круче и круче пакетики. Понеслась. Эх, даже 7500 пакетика не выпадает рарный игрок. 1000 монет. Все растратил, было перед этим видосом 15 тысяч. Собрал эти 3 пачки, за 15 тысяч они мне вышли с игроками Ла Лиги. Посмотрим, выгодно это или нет. Второй пак за 7500 тысяч. Я думал, Модрич. Это Халилович, ЦАП 79. Это не Модрич. Да тем более Модрич здесь волкаут. Большой золотой премиум набор, 7 редких карт. Не знаю, что, стоит ли чего-то ожидать хорошего после волкаута последнего. Казимиро, 82, Реал Мадрид. Кстати, Казимиро ни разу у меня в команде не был. Интересно, сколько он стоит. Ну, думаю, тоже недорого. 1500. И золотой набор еще здесь есть. Вообще красота. Еще один лишний набор сегодня откроем. Это набор за 5000. То есть пакетики за 7500, набор еще за 5000. С рарным игроком, кстати говоря. Атлетико Мадрид. Фернандес. Ну, лишними не будут, тем более сейчас сквад билдинг челленджи. Все пригодится. Золотые премиум игроки. Это, наверное, 7500 пак. Белераби, 83. Не знаю, сколько он даже может стоить. Но, скорее всего, копейки. Еще и Фолланд. Тут же два игрока одного клуба в одном пакетике. Вот так вот бывает. 1200. Далее. Опять золотые премиум игроки, и остается не так много паков, всего лишь 5 штук. Но пока, к сожалению, стоящего вообще ничего нету. Вратарь из Лиля, Энеяма, 83 рейтинг. И Гамейро, очередной Гамейро, он меня преследует. В прошлом ролике был
Гамаэру, да и тут опять Гамаэру, который стоит, кстати, неплохо. 1003 я его продал, по-моему. И Телло. Тут еще есть один рарный игрок. Не, это пакетик необычный. Тут абсолютно все карточки игроки. Переходим к следующему такому же набору. Залагала эта инфо. Скорее всего, волкаут будет сегодняшний. Наконец-то. Второй выпуск подряд будет волкаут. Есть. Спасибо, Лаги, за то, что вы палите волкаутов. Центральный полузащитник. Да ладно! Видаль выпал! Офигеть, просто не буду материться. Это очень круто. Видаль стоит космических денег, по идее. Давайте смотреть, и Матьё еще. Ну-ка, сколько стоит Видаль? 207 штук! Я куплю Гризмана, походу, себе. Видаль, это супер. Артура Видаль выпал. Лайк, пожалуйста, обязательно ставьте лайк за Видаля. Офигенные деньги. Я не ожидал, это, наверное, лучший игрок из пакетика. Не считая Рафаэля Варана. Давайте еще раз полюбуемся на цены. Я просто счастлив сегодня. Я не ожидал, что выпадет такой крутой игрок. Из Баварии. Я в шоке. 8-7 рейтинг. И пакетики Ла Лиги. Ну тут уже не знаю, чего-то ожидать сегодня или нет. Но, блин, покопнинг удался на славу. Камени. Ничего. Нету стоящего. Наверное, если это видео наберет большое количество лайков, то распродам этих игроков или же наберу и обменяю на пакетики. И обязательно еще сделаю один выпуск, попробуем поймать нападающего Тотти. Ну, какие-то такие пакетики могу собрать, типа Ла Лиги, которые сейчас открываю. Но что-то пока вообще они меня не очень радуют. Видали, я в шоке просто. Хотя бы рарный игрок первый выпал. Атлетико Бильбао и Элустондо. После Видали уже абсолютно пофиг, что падает дальше. Я просто счастлив, поэтому мне уже плевать. Покопанинг не то что окупился, а в разы окупился. Я всего лишь потратил монеты на 3 драфта и... Супер. Давайте еще раз взглянем на карточку Артура Видаля. Сейчас я ее найду. И на этой офигеннейшей ноте будем заканчивать третий пак-опенинг на моем канале. Всем спасибо за просмотр, лайк не забываем и всем пока.